Автолюбители Ульяновской области продолжают оформлять собственность жилища для своих машин. Гаражная амнистия начала действовать только в этом году, но желающих ей воспользоваться уже много. Суть ульяновской инициативы совпадает с проводившейся ранее на федеральном уровне дачной амнистией. Большинство участников ГСК не владеют ни землей, ни гаражами, расположенными на ней. Этот законодательный пробел призван ликвидировать реализующиеся амнистии. Я уверен, сейчас очень большое количество ГСК оформляют земельные участки, проводят кадастровые работы, кадастровые инженеры. Я уверен, все, кто хочет оформить гаражи в этом году, учитывая, что у нас, как я сказал, сейчас полностью принято то законодательство, которое необходимо, смогут оформить гаражи в этом году. 9 ГСК уже сумели воспользоваться законодательным нововведением. Эта цифра может показаться небольшой, если учесть, что в одном только Ульяновске более 500 кооперативов. Но с другой стороны, в каждом ГСК по 200-300 гаражей. А это уже большая сумма. Одни уже успели оформить гараж в собственность, другие же пока находятся в процессе. Время есть, но оно не беспредельно. Стараемся в течение этого года довести до всех людей, которые обладают правом собственности на гараже, что такая вот льготная процедура существует. И я сейчас вот прям дал поручение руководителю государственного имущественного комплекса о том, чтобы продлить ее до конца следующего года. Это заявление губернатор сделал при посещении ГСК «Титан-2» в Новом Городе. Участники кооператива как раз относятся к числу тех, кто сейчас проходит все необходимые процедуры для оформления собственности. Если все пройдет гладко, то почти 1000 человек получат свое законное право на гаражи. Сомнений в том, что может быть как-то иначе, у владельцев нет. Мы сейчас находимся на стадии обмеров гаражных боксов. Померили уже более 400 гаражей. В принципе, люди идут, радуются, несут документы. Первое, ближайшие 50 боксов, я думаю, в течение там месяца, если, дай бог, все у нас будет хорошо, все нормально, то в течение месяца мы все получим. Гаражная амнистия не ограничится одним областным центром. В настоящее время к ней присоединяются Димитровград, Инза и Чердаклинский район. Итогом амнистии станет то, что владельцы гаражей наконец-то смогут стать полноправными собственниками своих боксов, которые многими воспринимаются как второй дом. Данил Ноздряков, Даниил Сурков, Новости дня, Ульяновская правда.